Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Вот передержка, которую мы показываем редко. Замечательная передержка, отличные условия и чудесные якутские хвостики. И все бы хорошо, но опять заканчивается корм. Корм – это жизнь. Мы подарили собакам жизнь, вытащили их из ада, а сейчас вынуждены часто просить вашей помощи. Помощь, которой хватало на спасение и лечение, превратилась в тоненький ручеек. Не хватает на самое необходимое, на еду. Друзья, отзовитесь, помогите накормить хвостиков. Помогите снова и опять. Я вас очень прошу. На этой передержке живут 38 наших спасенышей. Недавно хвостики переехали на более просторный участок. Им построены новые вольеры. Места для гуляний много. Душа радуется, когда собакам хорошо. Дорогого стоит создать условия, где есть и выгульник, и трава, и тень, и вода, и добротный вольер с будкой, где собаки могут досыта гулять, играть. Наш красавец-клоун из ППЖ. Догадливый, умный парень нашел выход, как освежить себя в жару, окуная всю голову в ведро с водой. Шикарный мальчишка. Непонятно, почему он еще не в семье. Так, беглюшкин наш. Да, беглюш? Жарко? Нагулялись? Видите, как хорошо. Да. Ой, Кузька. Счастливый. Дейзи в объятии детей. Да, Дэсь? Счастье сколько. Дедулькин. Жанька. Жантик. И Лунчик. С Кузькой валяются здесь синёчки. Устали бегать. Ну, белка пришла. Прятались от солнышка под тенечек, под яблоньку. Вот. Так, там у нас дедулькин. Белка. Вот, кувыркаются они. Кузьма. Бигль. Шанти. Луна. Симона и Робин. Вон клоша идет. А вот, друзья, Сальма. Присмотритесь. Похоже, что это сестра Нюры. Той самой Нюры, которую мы спасали в Новый год. И внешность, и характер. Такая же запуганная. Хотя с ее спасения прошло уже много месяцев. Мы ее спасали в январе. Тогда же, когда и Нюру. Ну и что ты, трусиха, что ли? Нет, ты мой дорогой. Где мой золотой? Хорошая, Сальмочка. Да что ты, моя девочка? Трусишенька. Вот какая трусишка, Сальмочка. Не хочешь, да, сниматься? Ну, что ты там будешь ползать только? Что, нас трясешь, что ли? Никто тебя не трогает и не уводит. Никто. Все, я ухожу. Ой, как страшно. Страшно. А стенка-то тебя бережет. Страшно. Ну, давай, иди тогда. Иди, мой золотой. Ты ж красивая девочка такая. Ой, что, у тебя стресс, что ли? Сань. Ой, какая ты красивка. Ты у тебя ухо в одну сторону. Да ладно тебе. Да боишься, что ли? Да тебе не трону. Иди, мой золотой. Вот как по глазу тебя, по глазу. Вот и все. Все, тогда сиди.
А, это моя. Это вторая Нюра. Такая же серая красавица. Да. Вот какой богатый. Ой, ой, все, не да. шевелится. Стресс. Ну и ладно. Кто хочет участвовать в судьбе этой красивой, но такой испуганной девчонки, откликнитесь. Ваша помощь нужна и для содержания, и для поиска Сальме семьи. Ей, как и Нюре, нужен дом, любящая семья. Друзья, помните, мы показывали в июне несчастного рыжего котейку, который был выброшен в Якутске, в подъезде. Так вот, этот котейка приглянулся нашей подписчице Оксане, и она позвонила мне, готовая его приютить. И вот на этой неделе мы встретили этого котейку, назвали его Марком. Он сразу отправился в семью Оксаны, за что ей огромное спасибо. И, наконец, новость, которая никого не оставит равнодушным. Рыжая собачуля из Краснодарского края спасена. Назвали ее Лада, Ладушка. Пока ожидали машину в направлении Москвы, пока она ехала ночью, откликнулась на нее Татьяна, готовая взять ее себе. Какое неожиданное счастье. Вот бы всех собачек так разбирали, тогда бы и мы спасали активнее и больше. Рыжуль, ну, Рыжуль, ты куда поезжаешь, а? Ты куда въезжаешь, а? Чего ты закрываешь, а, мордах? Рыжулька, ты куда едешь, а? Дорогие финкураторы, которые откликнулись помогать краснодарской рыжуле Ладушке, я прошу вас, давайте поможем Сальме вместо рыжули. Ведь рыжуля обрела дом так случайно и так быстро счастье ей улыбнулось. Бывают же чудеса. Так пусть наш порыв о помощи пойдет на благо Нюрочкиной сестрички Сальме. Я очень вас прошу, поддержите, пожалуйста, Сальму. Разве это не чудо? И такие чудеса творим мы, все вместе. Для этого мы и собрались здесь, на этом канале, чтобы как можно больше было таких чудесных историй.